Душа, это же дата предан. Не внешних показателей, достижений, количество того, количество этого, количество участников, количество книг, количество. Он не этого ожидает. Он ожидает, когда в нас проявятся вот эти качества, когда мы избавимся от злобы Верховной Личности Бога. Понимаете? Когда мы перестанем бороться за справедливость. Вот это он ожидает. Потому что это первое условие, когда Кришна нас может признать своими, когда мы станем покорными, когда мы не будем бороться в обществе преданных с другими преданными за справедливость. Понимаете? Это первое. Вот это он ждет. И самое интересное, что это невозможно заставить человека быть таким. Это надо десятки лет в этой жизни просто проповедовать и ждать, может быть, кто-то изменится. Потому что это не быстро происходит. Так что, дорогие преданные, мы должны понять, что каждый преданный в нашем движении — это уникальная личность.